Сегодня примерно в 12:30 дня вот здесь на перекрестке улицы Пошивальникова некие люди производили буровые работы. Мы вот сейчас увидели, что буровая стоит на другой улице. И во время этих работ бур попал прямо в водопроводную трубу. И теперь из-за аварии вода разлилась и продолжает разливаться по всей округе. Приехали ребята из водоканала, вот аварийка, очень быстро, оперативно. Им, кстати, знакомые позвонили, сказали, что у вас тут беда. И они сразу примчались. И сейчас будут перекрывать воду. И жилье здесь останется без воды на какое-то время, пока ремонтные работы не завершатся.